Рабочие коллективы страны успешно выполняют задания пятилетки. Делегаты 26-го съезда партии среди тех, кто возглавляет социалистическое соревнование. В шлифовально-сборочном цехе Саратовского подшипникового завода работает наладчиком Геннадий Иванович Фомин. Депутат городского совета, делегат съезда, он избран в состав Центрального комитета нашей партии. Высокие звания, сложные, многообразные обязанности. Иногда удивляешься, откуда берутся силы, время у таких людей все успеть, все сделать. А Геннадий Иванович не просто трудится. На его рабочем календаре уже закончился сентябрь 81-го года.